Если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя. Если люди полагают, что видят тебя в последний раз, они начинают действительно смотреть на тебя. Иначе они говорят с тобой о своих проблемах с банком, о песне, которая играет по радио, или поправляют прическу, пока ты говоришь. А тут тебе принадлежит все их внимание. Они начинают слушать, а до того лишь ждали своей очереди, чтобы заговорить. В обычном мире я менеджер в компании. Я один из тех, кто сидит в темноте и сменяет слайды, пока мой босс рассказывает людям из Microsoft, как он выбирает определенный оттенок синего для иконки. Когда-то я приходил в ярость от того, что моя жизнь укладывается в мой 5-летний план. И тогда я принимался полировать мебель или копался в машине. В один прекрасный день я был бы мертв, без единого шрама. И после меня бы остались прекрасная квартира и замечательная машина. Действительно замечательная. Пока не осела бы пыль, или пока не объявился бы новый хозяин, а ничто не вечно. Черт, даже Мона Лиза разрушается. Может быть, самосовершенствование – это не ответ? Может быть, саморазрушение – это ответ? Я вижу тут самых сильных мужчин на свете. Огромный потенциал, и он растрачивается. Черт возьми, мы вкалываем на фабриках и в ресторанах, гнем спины в офисах, нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо, которое нам не нужно. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы ни для Великой войны, ни для Великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Телевидение внушило нам веру, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье! И мы начали это осознавать. И это приводит всех в ярость. Все и так было очевидно. Я просто придал этому форму. Это крутилось на языке у каждого. А я просто нашел этому имя. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Это был один из тех вечеров, когда в бой вступают новички. В ту субботу в клуб пришел юноша с лицом ангела. Я вызвал его на бой. Таково правило. Новичок принимает бой. Я знал, что вызвал его, потому что мне ужасно хотелось разрушить что-нибудь красивое. Поскольку некоторые из ран на моем лице уже никогда не заживут, мне по части красоты терять особенно нечего. Как-то мой начальник спросил меня: «А что ты такого делаешь с дырой в твоей щеке, что она никак зажить не может, а?» Когда я пью кофе, я всегда вставляю в нее два пальца, чтобы не протекало. В тот вечер в бойцовском клубе я бил этого паренька по евангельскому лицу. Сначала костяшками пальцев, твердыми как железо. А затем, когда костяшки начали кровоточить, порезавшись о зубы, выступившие сквозь порванные губы парнишки, я стал бить его нижней частью кулака, пока он не обмяк и не свалился на пол. Я хотел уничтожить все прекрасное, чего у меня никогда не будет. Сжечь дождевые леса Амазонки, выбрасывать хлорфторкарбонаты прямо в озоновый слой. Я хотел погубить всю рыбу, которую я не в силах съесть. И уничтожить все французские берега, которые я никогда не увижу. Я хотел, чтобы весь мир дошел вместе со мной до точки. Избивая этого парнишку, я хотел садить пулю между глаз каждой панде, которая не желает трахаться ради спасения своего вида, каждому киту или дельфину, который сложил лапки и выбросился на берег. Не надо считать это вымиранием. Считайте это сокращением штатов. Я держал голову ангелочка на одной руке, как младенца, или футбольный мяч. Костяшками второй молотил его лицо. Молотил, пока губы у него не лопнули. Пока кожа у него на скулах не почернела и не прилипла к костям черепа. Я хотел дышать дымом. Я хотел сжечь Лувр, раскрошить кувалдой мраморные ступени, подтереться Моной Лизой. Теперь это мой мир.